Так, привет. Значит, о чем? Значит, тут интересная тема. Меня очень заинтересовала вот эта вот чистка, которую ты делаешь, да, и муж делал. И почему вот у вас впоследствии, да, вроде как у всех вы там общаетесь с другими людьми, которые тоже такие чистки делают, почему появляются вот эти мысли, да, о гибели тела или что-то такое, да? Ну, ты лучше расскажешь, потому что я никогда не делала такие чистки. А что это вообще, как оно называется и какая там основа вкратце, в принципе? Так, знаете, какую я сейчас начала делать чистку? Это 3 дня я уже делаю ее. В кофемолке измолола полынь, пижму, ну и другие антипаразитарные травы. И вот принимаю по чайной ложечке и запиваю водой 3 раза в день где-то. И вот сразу заметила, как будто бы... А ты больше ничего не ешь, извини, я перебью. Больше ничего не ешь, только это, да? Ем перед едой, получается, 30 минут. А, ясно. То есть принимаешь перед едой за 30 минут до еды? Да. Ясно, интересно. Ну, а еду также ешь, как всегда, или ты уменьшила дозу, или больше как бы сырое там? Такое же, просто ты же знаешь, я вегетарианка, но Да. стала есть молочку, я Угу. на время чистки. Ну, как бы, чтобы полностью Ну исключить да. и питаюсь. А еще сахар полностью мучное. Ясно. Интересно. И вот и у тебя просто ты говоришь, у тебя появились какие-то мысли, которые ты не можешь определить, да? Вроде Да, как есть. ночью. Вчера прям это сильно заметила, как будто бы вроде на ауру давит, и твоя аура так вся вибрирует, и вот прям хочется сжаться, и невозможно никуда деться. Такие прям состояния. И еще позавчера я заметила, вот как будто бы моя кровь, моя лимфа, вот все мои жидкости в моем теле, как будто бы они замедлились, как будто бы там желе прям стало. И я читала, что у многих людей прям вот состояние такое, что им вот как будто мысли посылают, типа, ты умрешь там, что тело твое все вот уже погибает, вот такое. Но говорят, что это передает вот эти вот паразиты, эти мысли. Интересно, ну, вполне возможно. Я могу посмотреть, интересно мне самой на энергетическом уровне, что происходит. Давай сейчас посмотрю. Говорят, что вот тело паразита, оно внутрь там попадает, а его энергетическое тело — это как раз сущности, которые вот сверху, получается, грубо говоря, давят на нас. Ну да, они могут быть, в принципе, соединены. Потому что, знаешь, я вот сразу видела такую, как восьмерку, да? Вот получается, что вот этот вот, ну, как ты рассказываешь, у меня просто визуализация сразу возникла, что вот восьмерка, этот хвостик, он из тебя, как бы, и он как бы часть матричной системы, вот эта большая часть восьмерки внизу, а маленькая, она как бы в тебе, да? То есть получается, выглядит как бы как вот клеточка вируса, да, с рецепторами. Вот эти рецепторы, они же сидят в этом вирусной клетке. То есть мы клетка, да, большая, состоящая из миллионов клеток. И вот в нас сидят вот эти вот, которые тоже на нас паразитируют. Потому что же матричная система, получается, мы даже с детьми, они очень природу любят, и получается, кто-то кого-то всегда съедает, поедает, убивает, да? То есть тут вот так вот вся эта система устроена. Получается, нас тоже, ну, то есть нас не только в эфире поедают, нас и вот эти на физике тоже. Точно так же, как я вижу эфирных муравьев, они такие больше, как гибриды-гуманоиды. И мы же тут, у нас ползают маленькие муравьишки. То же самое, в принципе, как сверху, так и снизу. Интересно посмотреть. Интересно вообще это все. И кто будет смотреть, если они делали такую чистку, вот интересно тоже комментарии почитать. Потому что я думаю, я такие травы наверняка могу найти здесь. У нас есть разные сайты, можно заказать, в принципе, попробовать это. Но я думаю, я это буду больше зимой делать, потому что с детьми бегать надо много энергии. Но у тебя есть, у тебя много энергии, да? Ты
у тебя как ты себя чувствовал вот первый день? Ну, ты не первый раз это делаешь, да, уже? Эту ну, чистку. Я начала именно с полынью. Вот как говорят, она очень мощная полынь. Прям психологическое чувствуется сильно. А странно, вот в первые дни я же говорю то, что прям как будто бы желе по тебе плавает, такое все тяжелое. Ну, это, может, я просто так чувствую. Вот, например, мой муж так не чувствует. Он говорит, что какие-то есть состояния, но я их как-то блокирую, говорит. Ну, не знаю, блокируешь или нет, в принципе. Может, это он блокирует. А может, вы просто люди разной чувствительности? Может быть, вы чувствуете. Хорошо, давай посмотрю. В принципе, это основное, да? Ну, там, если у тебя будут еще какие-то вопросы... Так интересно, я вижу, вот смотри, большую какую-то энергетическую такую квадратную стену. Она прямо вся вокруг тебя, причем углы не круглые, вот именно как стена с острыми углами, но вибрирует таким, знаешь, тяжело цвет определить, но как будто и красноватый, и как будто такой кирпичный. А вот ты здесь, как обычная дверь в квартире, да, и ты в ней стоишь. Вот. И тебя как будто бы не видно. Такое впечатление, что за тобой эфирный план и пустота. Знаешь, и ты вот на меня смотришь физическое, а там у меня такое впечатление, что ты как будто бы растворилась сзади себя. И превратить, и вот к тебе как прилипло твое энергетическое тело. Ну, вот так я вижу. Это вот это красное, оно состоит из каких-то микро таких, и знаешь, как маленькие красные паучки бывают, совсем микроскопические, а это энергетические такие. И вот эта вот красная стена, и вот внутри которой проем двери, и ты. Вот она состоит из таких маленьких красненьких. И это вот идет мне как эгрегор маточной системы, чтобы человеку было плохо при вот очистке физического тела. И вот они чувствуют. Это, знаешь, как микро, это как интерференты какие-то, потому что они как будто ждут. Они так, вот эти интерференты посылают тебе мысли о том, что тебе надо сдастся, что тебе тело сдает. Они как будто тебя сдавливают. Потому что, знаешь, я постоянно вижу вот такое движение. Представь, вот большая толпа маленьких жучков постоянно пытается пробить тебя, твою энергосферу, да? Именно так и чувствовала. Да, и вот тебе кажется, да-да-да, что они тебя сдавливают, потому что, представляешь, они со всех сторон армии ползут на тебя. И вот бьются, как в стекло, в твою энергосферу. Вот. Но это я вижу какие-то коды. Это, в общем, короче, это программа матричцы, которая посылает вот этих вот, потому что они как созданы в какой-то лаборатории, мне идет. Вот эта вот матричная лаборатория по подавлению тех, кто пытается соединиться со своим эфирным энергетическим телом за счет очищения физического тела. Потому что у тебя сейчас сознание, подсознание, оно как одно целое, понимаешь? Ты очень чувствуешь сейчас, у тебя мысли все идут от подсознания, например. Ты идешь как-то больше по интуиции, да, ты более... То есть нет засоренности. Вот даже у тебя вот голова, она вся освещена. То есть чаще всего я вижу, когда у человека вот третий глаз, да, вот он идет отсюда и вот так вот. Вот как оно все освещено. А тут вот вся голова прям светлая такая. Им это не нравится. То есть опять же, тот, кто делает что-то против системы и пытается выйти из рамок, его начинает подавлять. Но в этом ситуация срабатывает, эта программа. Тут есть многие разные программы, и получается,
на разные какие-то практики, да, там какие-то вот практика, например, ухода в себя за счет медитации, например. Когда ты уже понимаешь, что тебе в медитации не надо никого звать, никаких существ света, никого, да, что ты просто в себе, сам уходишь в себя. И как я понимаю, я вижу здесь какие-то и приходят развоплощенные, они как магнитом прям приходят, вот, и начинают тебя как будто бы раскручивать, что человек, он медитация глубокая, они как будто его крутят, и ему кажется, что он левитирует. Вот. И, то есть это другая программа, и вот они идут по программе, они зацеплены, в каждом есть крючочек матричный, с такой вот, как эгрегорная такая, понимаешь, система, схема в компьютере, как диск поставили, вот сейчас они будут чиститься, вот сейчас такое будет, им будет неприятно. Если тебе неприятно, естественно, ты думаешь, а может мне это не подходит, я это брошу, или довести человека до такого, что он не будет это делать, перестанет. Вот это, в принципе, главный их, как бы, то, чего они добиваются. Паразиты, они вообще такое впечатление, что они растворяются. Знаешь, вот я вижу какие-то такие черные, как пиявки, да? И вот я вижу в какой-то момент у него, он как задыхается, потому что ему не за что зацепиться, ни за какие молекулы еды, там, какой-то питательных элементов. И он как будто медленно растворяется. Его, что у меня такое ощущение, что вот эритроциты, потом те же Т-хелперы, Т-киллеры, которые в иммунной реакции участвуют, они его как будто или расщепляют, потому что они пускают какой-то энергетический заряд, и он как в пыль превращается, как взрывается. Вот, и они просто выходят с жидкостями из тела. Вот эти вот, вот это пылеобразное что-то непонятное выходит. Вот. Я сейчас хочу. Ты видишь, когда я подумала, что будет, если просто воду пить? В принципе, идентичная реакция. Но там, я вижу, ползут уже какие-то странные черные паучки. Знаешь, как у пчелы такое вот тело, с телом пчелы. Вот. И они как будто будут тебя жалить, причем почему-то идет грудь и шея. Вот. Как будто тебе будет тяжело или дышать, или говорить, или тошнить будет. Что-то такое чувствуется. Тут будет срабатывать другая программа. Такое ощущение, что похоже на каждый вид очищения есть какая-то разная программа матрицы, которая будет тебя пытаться добить. Или склонить на то, чтобы ты сорвалась и перестала эту чистку. Вот. Ну, у тебя просто, видишь, как ты сейчас переходишь в то чувство, когда физическое тело, оно как бы ты его больше ощущаешь на самом деле, что оно тебя, как груз на тебе, на твоей душе, понимаешь? И поэтому вот эти вот все как бы измененное состояние, потому что ты больше чувствуешь себя как эссенция, как энергия, нежели как тело. А этого они не хотят. Они не хотят, чтобы мы поняли, что мы на самом деле очень мощная энергия, которая может расширяться, которая может отбивать всех, если мы сильно расширимся, поднимем вибрации все, даже паразиты сгорят, да. А это мы можем, особенно когда мы начинаем чиститься, и организм не тратит свою энергию на переработку пищи, например, или в нем есть вспомогательные какие-то факторы. То, что вот эту жидкость, которую ты принимаешь, она вот как капелька течет, и на эту капельку собираются вот эти, как прилепливаются на магнит, какие-то субстанции, которые плавают в крови, и потом она расширяется, я вижу, она большая-большая. И в какой-то момент, когда она внизу тела, вот там как раз эти органы выделения, она как будто лопается.
проходит в них, и как бы оно выходит из тела, такой механизм. Оно как будто бы энергетический мешочек, который собирает, чистит тело. За счет этого она, естественно, становится больше, а потом как бы она стенки лопается. Ну, в принципе, все, если у тебя есть вопросы. Угу. Вот про время чистки. Там же, получается, они же не могут долго, грубо говоря, бороться с нами. Ну, то есть одну и ту же программу. Когда же, когда-то мы ведь поборем? Конечно, да, потому что мне пришло сразу, как ты начала, знание – сила. То есть если ты знаешь, что происходит, и ты как бы намеренно со своей, уверенно, намеренно, да, с этим своим желанием сильным, решила просто дойти до конца, они это считывают. Они как сканеры, микросканеры, они считывают с тебя все мысли. Абсолютно. То есть они уйдут, да. Они в какой-то момент срабатывают как щелчок. Я слышу такой, знаешь, щелчок сильный. И они уходят, они оставляют. Потому что там нет смысла больше. Они не могут пробить энергосферу, они не могут намерение твое сильное пробить. Вот, подавить. Вот. Все. А может быть, посмотрим еще какие-то сильные противопаразитарные средства. Такое можно посмотреть? Да. Да. Вот. Вот эта пижма, ты сказала, вот, я просто ее хорошо помню, я когда тоже ее экспериментировала в Украине, когда была. И я вижу, что печень, она вот так вот, как красивый пион расцветает. Чем-то когда вот это полынь. Полынь я вижу, как будто она очищает хорошо кровь и лимфу. Потому что они хорошо. Вот поток, как река красиво идет, без всяких камушков, без всяких подводных течений. Ну, так мне метафора как бы пришла такая. Гвоздика, вот тоже вспомнила сейчас. Гвоздика, я чувствую, что она как слизистые оболочки. Она каким-то защитным по этим покрывает. И они как бы там впитываются в клетки желудка, например, значит, каких-то вот этих мембран, и они защищают. То есть получается, как будто паразиты не могут прицепливаться своими рецепторами к этим слизистым долгое время после гвоздики. Эфирное масло Мирра. Называется. Угу. Но у меня сразу просто по всему телу какие-то, знаешь, как вот искорки идут, вот по коже, вот эти вот покров, да, эпителий, низшие слои, вот там вот у меня эфирные масла, они сразу заблестело, как будто кожа. Это хорошо для покровов. Ну, вот на ногти, кожа, вот это волосы, вот это все. Черный орех. Черный орех, я вижу тоже печень сразу, желудок, вот эти все репродуктивные тоже. Вот внизу у меня загорел сразу органы нижнего таза. Вот там все. Как будто бы кишечник промывается, что-то такое. Я вижу вот толстую кишку, тонкую, вот они как бы тоже заблестели, очистились. Этот, лук, чеснок. Да, ну это тут взрыв каких-то маленьких жучков, которые выползают из каких-то продуктов питания. Причем они выползают из некоторых овощей тоже я вижу, вот, которые пыляют чем-то или что-то такое. Потому что я вижу самолеты, что-то распыляют в небе. Это как нанотехнологии. Это как химтрассы, что ли?
Слушай, в луке и в чесноке такие интересные штуки. Там, значит, такие ежики в них. Они как будто состоят из какого-то геля. И этот гель, он как будто бы на себя тоже напитывает каких-то металлических маленьких жучков, которые пришли явно с самолета. Потому что я вижу, самолет летает, распыляет вот эту белую пыль, и они впитывают в себя эту белую пыль и выводят. То То есть это... лучше, да, можно кушать Да. и есть тоже. Да. То есть оно как бы, оно мало влияет, ну как бы в смысле это надо много часов, но это надо каждый день есть. У меня такое чувство, что это как-то микро, как-то влияние, знаешь, не то, что ты прям вся очистишься от этих нанотехнологий, но оно вот в совокупности, вот это что-то назвала, у меня постепенно начали загораться, знаешь, части тела, что оно все в совокупности хорошо действует. И там энергетика тела вообще, она вибрации повышаются. Все очищение. Там еще есть какие-то? Что-то я ромашку увидела. Ромашка, я вижу нейронные связи головного мозга. Какие-то вот эти гормоны счастья, серотонин, там такое, дофамин. Ну там еще много трав, у меня прям, знаешь, как типа поле трав почему-то высветилось. Нет, то есть там очень много есть всего, чтобы вот лаванда у меня что-то тоже засветилось. Так из таких. Я просто вижу поле, и как бы трава засвечивается, я и приходит название. Все, Оксана, кипидар. Скипидар. Я вижу, у меня сразу вот рот, слизистые оболочки рта, десна, зубы, как-то вот нос, какие-то испарения в нос, носоглотку идет. Как будто бы пар какое-то очищение, что-то такое. Горло как-то так. Ну как будто тоже обволакивающе как-то действует на вот органы, вот эти дыхания, на там пищеварение тоже заодно. Не вот как вот это все. Но оно проходит вниз, в желудок. Вот, ну как обволакивающее. Вот мне тоже сразу пришло вот это обволакивающее, знаешь, почему-то овес, увидела овсяную кашу, но именно не саму овсяную кашу, а воду с нее, что он как обволакивает, как вот аналог, что ли. Вот такое. У тебя там еще что-то есть? Нет, наверное, все. У тебя, если у тебя есть вопрос, еще задавай я пока. Наверное, пока. Я вижу, твой муж сзади подошел. Да. Тебя обнял вот так вот, знаешь, не за плечи, а вот так, вперед руками. И малышка подбежала к ноге, за ноги так обняла. Вы все вместе все стоите. Хорошо. Он за ней бежал, она так схватила за твои ноги, а он за тебя потом в конце. Ну вот эти все жуки в конце, они так отошли. Да вот, потому что ты увидела, что происходит. Нет, потому что когда ты в растерянности, об этом весь секрет. Понимаешь, почему знание сила? Потому что когда мы не понимаем, что происходит, у нас начинается внутренний вот этот, ты пугаешься, страх, опять вот эта матричная программа, да. Вот потом ты начинаешь у всех узнавать, спрашивать, и там кто-то тебе говорит, может, у тебя что-то не то. У тебя начинаются сомнения, понимаешь, сомнение убивает весь эффект вот этой очищения. Или там подавляют какие-то эффекты. Вот, а когда ты целенаправленно знаешь, что это просто программа работает против тебя, то мне надо обязательно это будет попробовать. Я потом зимой попробую. Всем сообщу. Спасибо. Интересно было.